Мы уже не раз слышали необоснованное опасение, что на территориальной целостности Сирии якобы может сказаться формирование зон деэскалации. Мы последовательно опровергали эти инсинуации. А вот то, чем занимается коалиция, это реальные шаги по расчленению страны. Данное иностранное присутствие вообще находится в Сирии незаконно, как бы ни старались отдельные официальные лица подыскать юридические обоснования. Их просто не существует. Более того, видим попытки оккупационных сил закрепиться в Сирии на неопределенный срок, что никак не связано с контртеррористическими усилиями, которые, как нас уверяют, являются единственной задачей коалиции.